Я всех приветствую. Меня зовут Ирина, участница проекта Wise Deposit. И какие обновления у нас уже вступили в силу, которые мне очень понравились. Запустили систему автоматического резервирования. Давайте разбираться, что это такое. В ближайшем будущем в нашем сообществе будет реализован проект по автоматизации стратегии пассивного дохода. Данный проект упростит участие, особенно для новых участников Wise Deposit, устранит допущение ошибок, связанных с построением стратегии пассивного дохода, а также поможет участникам своевременно поднимать показатель кармы до уровня 100% к моменту проведения плановых адаптаций. Для реализации АСПД необходимо несколько этапов, а именно реализация и запуск отдельных функционалов в личном кабинете. Сегодня мы вам расскажем о первом функционале, о системе автоматического резервирования средств, который уже реализован и включен в личном кабинете. Идея функционала. Система автоматического резервирования, сокращенно САР, теперь заранее подготавливает средства на счету предоплаты на создание депозитов в текущем периоде. То есть на предоплате их вывести нельзя, можно из них только создать программы взаимного финансирования, а те, что на основном счету, те можно выводить. Чуть позже я покажу вам свой личный кабинет. Алгоритм SAR достаточно интеллектуальный и резервирует средства так, чтобы вы могли поддерживать карму равномерно. 25% на первой неделе после адаптации, 50% на второй, 75% на третьей и 100% в четвертую адаптационную неделю. Алгоритм SAR смотрит, какая у вас карма на текущий момент времени, а также на то, какая ожидается сумма выплат по вашим депозитам в течение периода до следующей адаптации. С учетом этих данных, при любом поступлении средств на основной счет баланса резервируется, переносится на счет предоплаты часть средств, позволяющая достичь показателя кармы 100% к концу адаптационного периода, при условии, что сам участник создаст депозиты на эти средства. При этом резервируются средства с учетом предстоящих выплат из графика выплат. То есть, если у участника на текущей неделе ожидается выплата, то в первую очередь резервирование происходит именно с суммы выплаты, а не из средств, поступивших или находящихся на основном счете. Если же будущих выплат на какой-то неделе текущего периода не хватает для поднятия кармы 25% в неделю, то тогда SAR заранее резервирует любые поступления и остатки на основном счете до наступления этих выплат. Если же в будущем предстоит больше выплат, чем необходимо для достижения кармы, то будет резервироваться только часть из этих выплат максимально равномерно. Таким образом будет происходить резервирование каждую неделю периода такой суммы, чтобы ее хватило на поднятие кармы на 25% в неделю. Если в неделю адаптации какие-то выплаты ожидаются в воскресенье после 18 часов, то их алгоритм резервирования не учитывает, так как эти средства не могут быть использованы для поднятия кармы перед предстоящей адаптацией. Также алгоритм учитывает уже имеющиеся средства на предоплате и не резервирует повторно то, что уже было подготовлено ранее. Благодаря данному алгоритму система автоматического резервирования поможет участникам равномерно поднимать карму и избежать грубой ошибки, приводящей к адаптации графика выплат участника. Если у вас какие-то вопросы, вы можете задать их в службу поддержки. Кстати, это очень хорошо, потому что почему резервируют средства? Потому что очень многие мои участники соблазнялись и выводили средства с основного счета, покупали себе там смартфоны, что-то еще, и получалось, запускали свой кабинет и не могли его вести дальше, потому что то, что взял, надо вернуть. Вот смотрите, это у меня история операций. Вот, $25.99 зарезервировалось на предоплату. То есть моя цель выплатилась, и тут же она пошла в резерв. То есть ее я не могу вывести. На этой неделе карма должна быть 50%. Я жду своей выплаты. Выплата у меня будет сегодня $31. И потом в пятницу 4 марта 108. И на предоплате средства эти зарезервируются. Видите, с основного счета не берут, потому что у меня еще будет выплата. И я создам депозит, и как раз у меня карма будет 50%. Это у нас вторая неделя после адаптации.
Таким образом, это еще одна степень защиты наших вкладов, потому что абсолютно все участники, они не смогут выводить деньги, пока они не сделают карму. То есть получается, хочешь не хочешь, ты все равно взаимно финансируешь сообщество. То есть мы взаимно финансируем друг друга и на этом зарабатываем. Вот такое вот отличное обновление. Ну, ждем теперь автоматических создания программ. Свою ссылочку на Wise Deposit оставляю под видео. Всем пока!